Мозырские машиностроители к организации своего профессионального праздника всегда подходят творчески. Нынешнее мероприятие не стало исключением. Саксофонист, поздравления от малышей, много ярких номеров, теплых слов и пожеланий. Я сегодня испытываю потрясающее чувство гордости за завод, за каждого из нас. Это чувство несравнимо ни с чем. Этот год показал, насколько мы можем быть сплоченными, целеустремленными, насколько мы можем с вами преодолевать все сложности, которые возникают, все вот эти внешние негативные тенденции и добиваться результата. Спасибо вам за то, что вы дали мне возможность гордиться сегодня предприятием. Сегодня коллектив Мозырского машиностроительного завода – это более 700 высококвалифицированных специалистов, инженерно-технических и других работников. Профессиональный праздник – традиционный повод отметить лучших грамотами и благодарностями от райисполкома, Совета депутатов и непосредственно самого предприятия. А заслуги действительно есть. Качественная конкурентоспособная продукция, востребованная как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Недавно состоялся экономический форум, выездной на базе Мозырского района. И отрадно то, что презентация также была Мозырского машиностроительного завода. Она настолько покорила наших представителей 10 стран своей уникальностью, качеством. И я думаю, что у нас и в дальнейшем уже будут надежные партнеры по поставке нашей техники, которая будет произведена прежде всего вашими руками. Это дорогого стоит, и это, конечно, та заслуга и та оценка, которая получена не только на внутреннем нашем рынке страны, но и на зарубежных. На предприятии работают настоящие специалисты. Машиностроение – это не сугубо техническая отрасль. Здесь есть место творчеству. Работу люблю, а удовлетворение не всегда. Это по-разному получается. Конечно, когда проект удался, то да, это удовлетворяет, это приятно. На машиностроительном заводе я работаю, в общем, 34 года. Работу свою я очень люблю, не представляю жизнь без этой работы. То есть мастером работаю я 13 лет, на своей должности 13 лет. Но работа, конечно, сложная, потому что выполнение производственного плана своевременно нужно выполнить, как бы, ответственно, качественно. 34 года – это свои люди, кажется, своя семья, идешь как свой дом идешь. Лавировать в современных рыночных условиях непросто, однако Мозырскому машиностроительному это удается. Как говорят на предприятии, успеху в работе способствует современная структура управления, постоянная модернизация действующих производственных мощностей, непрерывное совершенствование выпускаемой продукции. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».